барабанщицы и духовой оркестр города встречал любителей футбола. Болельщики, несмотря на будний день и рабочее время, пришли на барнаульское дерби. «Динамо» и «Полимер» выясняли отношения на футбольном поле в рамках Кубка Дружбы. Правда, перед этой встречей у многих возникал вопрос, а зачем эта игра? У «Динамо» сезон в самом разгаре, и для них сейчас не время играть товарняки. А «Полимер» готовится к большому турниру в Сочи. Тем не менее, игра состоялась и подарила кучу эмоций и болельщикам, и футболистам. Хорошая атмосфера. Очень так, наверное, мне кажется, очень много народу пришло. Ажиотаж такой игре. Понятное дело, что мы играли с профессиональной командой. Нам надо было выложиться. Я думаю, мы хорошо выступили. Все бились до конца, и результат пришел. Полную силу играли. Это надо у них спросить, полную ли они играли. Игра была с приятным количеством опасных моментов, однако единственный гол в этой встрече болельщики увидели лишь в конце игры. Кстати, мяч забил Артем Дударев, который из защитника переквалифицировался в нападающего. Как итог, «Полимер» выигрывает у «Динамо» 1-0. И если вы думаете, что этот матч запомнят под предлогом «Любители обыграли профессионалов», вы ошибаетесь. После матчевого интервью защитника «Бело-голубых» Виктора Хугаева навело шороху в спортивной сфере. Вот люди видели этот поле, честно, но меня, может, увидят сейчас многие, да, пожалуйста, не вырезайте это, умоляю. Ну, вы видите, какое здесь поле. Вот можете снять еще раз, там, посмотреть прям вблизи. Ну, охота, чтобы команда развивалась, чтобы было развитие. Да, может быть, не мы будем играть. Не там, ну, за нами идут поколения. UFL хорошие года, хорошие ребята. 8-й там год, 7-й. Реально хорошие ребята. Но здесь не будет развития без хорошего поля. Пожалуйста, обратите на это внимание. В какой-то момент этот крик души был услышан. Как нам стало известно, газоном наконец-то займутся. На стадионе «Динамо» в следующем году появится новое искусственное поле. Этот процесс будет контролировать Российский футбольный союз. К слову, уже прямо сейчас администрация города содействует в обновлении освещения на «Динамо». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.